Сложный режим. Ну и чё? Ну, другое дело. Единственное, что чё-то долго подгружается. Уровень. Чё на 99 это застрял? Напрягся компьютер и все. Опаньки. Лысый. Какой-то лысый хитман. Винни. Здорово, это я, Винни. Возьми вон тот лом и слушай меня внимательно. У нас полно дел. Ломик. Ломбарди внесли за тебя залог. Они щедрый народ, но любят принцип «ты мне, я тебе», если ты понимаешь. Давай посмотрим, подойдешь ли ты для этой работы. Грабани тот дом, который крайний. Тот дом, который крайний. Так, Т-шка, быстрый доступ. Так, нажмите инвертель. Слот быстрого доступа. Кабл быстрый доступ. Лом. Снимайте забор. Так, что у нас там? Заметное передвижение. И сдаем меньше шума, но уменьшаем скорость. Все, чтобы краситься. Так. О, там мужик. Свет и видимость. Когда вы крадетесь посреди ночи, лучше всего избегайте хорошо освещенных мест. Не забывайте так, что также вас легко выдает включенный фонарик. Винни. Ты глянь, какой-то дебил оставил на полу фонарик. Забираю его себе. Только смотри, чтобы никто не заметил свет и не вызвал копы. Фонарик. Лом. Лом, никак. Разбейте окно ломом. Оп. Залезло. Так, включить выключить фонарик. Как свет-то выключить? F-ка. Т. Фонарик. Зачем нам включить фонарик? Лично пора заняться перераспределением держат. Деньжат, так сказать. Ну, так, что тут у нас? Денежки. Чайничек. Кастрюлька. У нас укрытие. Так, картотека ничего нет. Сковородочка, тостер. Деньги. Время смотрится, чувак, залезай в машину и смотри, чтобы никто не увидел тебя словом. Лом. Окно. Но закрыть не могу. Зачем ты лом опять достал?
Открываю дверь. Оп. Иди к машине. Вот и машина. Так, завести. Покиньте локацию. Так, неплохо. Тут машинка. Бонус опыта за скрытность. Рейтинг. А. Что-то новые подсказки. Нежелательное влияние. Внимание. Чтобы избежать нежелательного внимания со стороны других людей, уберите инструменты и выключите фонарик. Вини. Так, иди поспи. Утро. Часов 7, наверное, 8. Быстро. Так, что он хочет? Проверь свой компьютер. Мне нужно рассказать тебе о паре вещей. Инструменты для воров. Можешь закупить новые снаряги, но всем этим добром еще надо уметь пользоваться. Щелкни по Steal Your Form. Тут ты можешь купить всякие секреты, инфо о том, что где лежит, где охраняется. Тут двери не закрывают, ну ты понимаешь. Глянь, что я написал про Greenview 109. 109, мастерный. Отлично, теперь иди к своей машине. Поврежденный деревянный забор за домом легко сломать. Старый телевизор немало стоит, запасной ключ от двери лежит в ящике. Дома никого не бывает. Кстати, телевизор немало стоит. Сначала сбагать добычу в ломбард. На Greenview 109 тебе надо прийти на реке. Ломбард. Подайте вещи в ломбарде. Welcome back. Welcome back. Я здесь первый раз. Хорошо, я могу их купить. Костылька, сковородочка. Все взял. Настало время 9-го дома. Достань меня оттуда телек и не вздумай загнать его кому-нибудь. Ой, да ладно тебе. О. На Greenview. Едем. Это 9-й дом. Я из какого дома был? Понял. Так, вот сюда. Так. Полил. Дверь от калитки, дверь от калитки. Оп, чучик. Ключик у нас что получается внутри? Так, это телек. Интересно, в присядке музыка это страшно. Так, нормально. Тень нет. Ну, там народ.
Тут народ. А что делать? Понимаю, другого выбора у нас нет. Ключ. Ключ от входной двери 109-го. Телек. Опа. Телек-то нам нести придется. Телек-то нам нести придется. Это еще что? Пинги. Судя по тому, что тут есть функция медленно, то кого-то придется даже пока он спит оборовывать. Да, кстати, лучше не ходить. А, холодильник нельзя открыть, как так? Всегда можно было всегда холодильник открыть. Нормально, блин, деньги за мусорным пакетом. Так, а унитаза случайно нету? Нет. Да ладно, даже унитаз, ванна не включается, блин. Всегда, всегда, блин, игры были такие крутые, что... О, я еще деньги пропустил. Так, здесь ничего нет. Все, значит, уходим. Ай, ты что залагал-то? Так, здесь никого нет. Чё, никто не болит. Оп. О, сам даже я не нажимал. Так. Блин, непривычно, что там дверь закрывает. Чтобы войти, надо дверь открыть, а потом сесть. И за значок зажигания сдать. Зажигание включить. Так, ломбард, наверное. Он же не сказал, куда идти. Бонус. Не забывайте тратить использованные очки навыков во вкладке навыков. Окей. Закрыть. Тюни, да? Так, Винни. Вижу, тебе удалось достать телевизор. Зайди на Black Bay. Я открыл на Black Bay. Блин. Блин. Домой, значит. Black Bay, черный рынок. Черная бухта. Так, черный рынок, вот он. Я сделал страничку для этого телевизора. Зайди на нее и продай его. Электроника нам. Ставить телевизор. 60 баксов. Отличная работа. А теперь щелкнем по вкладке Rent-a-Sack. Rent-a-Sack. Работа. Тут ты найдешь дополнительную работенку. Я выложил заказ специально для тебя. Вот он, с посудой. Сбейте посуду. В 110-м доме, кстати, рядом. Ладно, теперь езжай на 110-й и побей там посуду своим ломом. Нормально, блин. Окей. Так, а все остальное это можно здесь продать? Что у нас тут? Кубок в форме слезы, золотой кубок. Запчасти, электроника, кухня, сковорода и кастрюля. Другое никак. Чайник. Нет, чайника нет. Все, да? Наверное, что-то осталось, надо. У нас это ломбард. Потому что места нету, по сути. Садись, давай. Заводи машину. Ломбард. Не все можно продать на черном рынке. Welcome back. Welcome back. Сковорода 8 баксов. Продать. Старый тостер 3 бакса продать. Так, у нас есть свободное место. Тачку можно будет себе покруче поставить. Так, Гринвью. Райончик.
Так, 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 стоп. Стопаем. Первый поворот налево. Давайте-ка здесь же припаркуемся. Не, это тупо. Это тупо. Я как будто вернулся на место преступления. Я вот здесь вот рядом припаркую. Нужно выйти. Чтобы выйти, нужно остановить машину. Дверь. Ну какой я? 110-й разбить посуду. Дома никого нет? Вылечу. Блин, у меня ничего нету. Только так. Слезаем. Ой, страшные звуки. Ты дверь-то закрыл за собой? Закрыл. Воу, что такие звуки-то, блин? Музыка что-то такая? Сковорода. Сковорода. Так, это что у нас? Пусто, пусто. Пусто, блин, шкаф-картотека пусто. О, посуда. Финни, я тут слышал, что ты даже замок взломать не можешь. Обучись к основам. Думаю, теперь у тебя уже должно быть достаточно навыков. Наверное. Как это сделать? Ташка. Большие предметы. Блин, я не знаю, инвентарь. Навыки. Навыки. Взлом. Заметки. Поврежденный дизель. Забор за дом легко сломать. Допустим, ключ. Ящики дома никого не бывает. Добыча. Старый телевиз. Телевизор. Вот это такая, блин, кого-то мы не сделали. Я видел эти заметки. Байкер. Дела. Разбить посуду. Я понял. Финни. Отлично. Теперь пойди купи себе простую отмычку. DIY. Окей. Пусто. Красотки. Так. Что здесь, ничего нету? Блин, преследование полиции. Можешь скрыться от полиции, покинув район и спрятавшись в шкафу в мусорном баке под кроватью, дождавшись, пока полицейские не уедут. Ну и чё, и долго мне прятаться? Машина, блин, сама. Припаркована. В подозрительном месте. В подозрительном месте, блин. А что мне делать теперь? Полиция ищет мою машину. А вход тут, блин, только один. Я понимаю. Или нет, вот тут еще есть. Черный ход. А, стоп, так это... Это что, где я в самом начале был? Так, я смогу здесь пройти? Здесь никого и нету. О, там кто-то прошел. Не прошел. А в руках ничего нет. Так, отсюда вообще реально? Стоп. Что, я так как-то выходил через девятый дом?
Давайте ищет мою машину. Там мне не падает. Так, вот я могу зайти в этот дом. Девятый. Стоп, это десятый дом. Это десятый дом. Стоп, а в самом начале какой дом в этой игре? Ага, стоп, девятый рядом был. Нет. Да, десятый. Этот дом, блин, был в самом начале. Незаконное проникновение, блин, нормально. Что мне делать теперь? Нормально я, блин, так отошел. Долго ждать-то мне интересно. Уже утро. Тут есть игра. Заметки. Навыки. Предметы. Да, в общем, главное не тупить и действовать быстро, короче. I just heard you don't even know how to pick a lock. Go learn the basics. I'm sure you've got enough skill by now. Great. Now, go buy yourself a DIY simple lock pick on Tools for Thieves. Здесь вроде ничего такого. И я просто убегаю. Вот как ничего. Так, теперь валим. Блин, машина-то паркована, подарить на месте. Это хреново надо валить. Черт. Там менты. Я же почти вылез. О, я вылез.